ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Мы вернули прошлогодние цены. Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. 27 августа 2022 года. По адресу улица Корабельный проезд, дом 5, квартира 46. Произошел пожар. На площади 10 квадратных метров сгорело домашнее имущество, повреждены стены, пол, потолок. Повреждены стены также в двух комнатах трехкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже пятиэтажного четырехподъездного муниципального жилого дома. Причины пожара устанавливаются. 28 августа по адресу улицы Весенняя, коллективный сад «Солнечный». Участок номер 25 на площади 100 квадратных метров. Сгорела кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, внутренняя отделка садового дома. Причины пожара устанавливаются, ущерб устанавливается. Время обнаружения пожара 17 часов 42 минуты. Время сообщения в пожарную охрану 17 часов 43 минуты. Время прибытия первого подразделения 17 часов 48 минут. Время подачи первого стола 17 часов 49 минут. Время ликвидации последствий пожара 18 часов 16 минут. От подразделений пожарной охраны привлекалось 3 единицы техники и было задействовано 8 человек личного состава.